Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс. Сегодня я хочу показать вам, как я переделал свой Ender 3 из Boolean системы в Direct Extruder. Это делается очень легко и просто, и сегодня вы в этом убедитесь. Также мы постараемся сегодня ответить на очень важный вопрос, чем же отличается Boolean система от Direct Extruder, и в каких случаях и на какие принтера стоит ставить Direct Extruder. В штатной комплектации Ender 3 изначально стоит Boolean система. Это когда наш подающий механизм, то есть фидер, находится не на каретке оси X, а за пределами области печать. И соединяется эта конструкция с помощью тефлоновой трубки, которая служит своеобразной направляющей для нашего филамента. Boolean система устанавливается на принтера для экономии пространства и веса. И зачастую ставится на очень быстрые принтера, потому что облегченная каретка позволяет развивать достаточно большие ускорения и, соответственно, уменьшается скорость печати. У Boolean системы есть значительные минусы, в отличие, например, от того же Direct. Из-за того, что используется длинная тефлоновая трубка, происходит погрешность. Отверстие внутри тефлоновой трубки составляет 2,2 мм. Диаметр нашего филамента составляет 1,75. Из-за такого большого зазора наш филамент очень сильно болтается внутри. Создается дополнительное пространство. Когда фидер подает пластик, то наш филамент, проходя через хот-энд, упирается в наше сопло, из-за чего пластик сжимается в нашей трубке. А так как у нее внутри достаточно большой люфт, то пластик заполняет все пространство нашего тефлона. Чем длиннее будет трубка, тем больше будет погрешность подачи пластика. В процессе печати на Boolean мы также можем наблюдать дефект печати из-за того, что наш пластик тефлоновой трубки сжался. Он пытается выйти наружу как раз в тот момент, когда наша каретка делает передвижение. И за ним тянется, естественно, сопля. Чтобы избавиться от этого дефекта, используют так называемые откаты. Для Boolean систем они составляют около 5 мм и больше. Все зависит от длины трубки. Для Direct откат может составлять или 0, или 1. Иногда можно поставить и 2. Все зависит от пластика, которым печатаем. Что же касается конструкции Direct, то здесь ситуация в разы лучше. Почему? Потому что тефлоновая трубка может составлять там 2, 3, 4 сантиметра, в отличие там от 30-40 для Boolean. И поэтому Direct печатает более качественно и более точнее. Еще очень важный момент, из-за маленькой величины отката и малого количества откатов, он печатает быстрее. Но это все заметно будет на больших габаритных деталях. На мой взгляд, Direct является самым оптимальным вариантом, потому что он избавлен от множества недостатков, которые присутствуют, например, на том же Boolean. Но у Direct есть главный минус – это его вес. За счет того, что здесь установлен мотор плюс фидер, данная конструкция, естественно, утяжеляет каретку. Но и здесь очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Вес данной конструкции – вместе с мотором и даже всем хот-эндом составляет не больше 450 грамм. То есть вот эта вот конструкция весит где-то в районе 450. Но мы ее сейчас снимем и замерим более точно. Вес нашего стола по оси Y составляет 1,2 килограмма со стеклом. Без стекла 1,1. То есть, соответственно, каретка по оси X даже с установленным директом в два раза практически меньше, чем вес нашей каретки по оси Y. Соответственно, для таких принтеров, как Ender 3 с кинематикой дрыгостол, когда стол у нас движется, установка Direct никак не повлияет на качество печати. Абсолютно. Потому что скорость вы на таких принтерах развить свыше 120 не сможете. Но здесь важна не скорость, здесь важны джерки и ускорения. Например, Direct Extruder из-за его достаточно большого веса нет смысла ставить на более быстрые кинематики, такие как Corex Y, HBot и Ultimaker. Почему? Потому что там очень большие рывки и ускорения. Составляют где-то в районе 20 там, и несколько тысяч ускорения. Поэтому, естественно, с такими параметрами наша каретка будет создавать дефект под названием смещение слоя. Естественно, у вас возникает вопрос, почему же китайцы сразу не поставили Direct на наш Ender? Да потому что это невыгодно. Намного проще сделать вот такую вот согнутую каретку по оси Z, поставить обычную тефлоновую трубку и соединить с нашим хот-эндом, чем, например, громоздить вот такую вот конструкцию. Также не стоит забывать, что китайцы не особо любят что-то разрабатывать. Они передирают друг у друга конструкции, штампуют их. Даже каретки от разных принтеров полностью взаимозаменяемы. Сегодня же мы вместе с вами установим более качественную, более продвинутую версию обдува и крепежа для нашего директа, который спроектировал Autodesk Inventor и распечатал на 3D принтере. Но для начала вам покажу самодельную конструкцию, которую слепил на скорую руку. Значит, короткий мотор, BMG фидер от компании Mellow Store. О нем было отдельное видео, просто шикарный фидер, всем рекомендую, реально классная вещь. Я еще заказал BMG Aero, он придет буквально на днях, и на него будет отдельный обзор. Комплект у нас достаточно простой, вот такой вот обдув.
держатель нашего кулера, накладка на кулер и вот специальное крепление. Кстати, очень достаточно жесткое. Все из ABS пластика. Для начала установим крепление. Устанавливаем хот-энд. Крепится он точно так же, как и МК-8. В данном случае это CR-10. На креплении специальный вырез под выступ нашего мотора. Нам еще нужно будет установить сюда соединительную тефлоновую трубку, которая будет соединять наш фидер и хот-энд. Фиксируем фитингом. Если у вас металлический, ничего страшного, фиксируем металлическим фитингом. Теперь сверху одеваем наш Dual Drive Extruder. При установке мотора обязательно правильно выставьте шестеренку относительно редукторной шестерни, чтобы ее не счесало. Еще раз проверяем. Плавность движения отличная. Жесткость конструкции достаточно высокая, и это очень хорошо. Теперь переходим к креплению нашего кулера. Видите, оно сделано вот такой вот формой. Здесь специально идет вырез под наш хот-энд. Это универсальное крепление, оно подходит как для CR-10, так и для МК-8. Я использую винты М3, но закручиваем мы их не в пластик, а с обратной стороны у нас установлены гаечки М3. То есть специально сделанные пазы в самом пластике. Я уже их установил, не забудьте их установить еще до момента всей сборки, иначе придется вам раскручивать полностью всю каретку. Теперь очень важный момент, нам нужно немножко приподнять наш обдув, для того, чтобы пластик ABS не поплавился от высокой температуры нагревательного блока. Прикручиваем кулер обычными винтами с потайной головкой М3. Остается нам только установить кулер обдува. Устанавливается улитка 50 на 15. Всем рекомендую прикупить именно ее, потому что штатный обдув, который стоял на Эндере, он слабенький, а улитка отлично справляется. Берите MX кулеры на 24 вольта. Так же, как и на креплении, на обдуве я сделал возможность регулировки. То есть можно регулировать вот так вот и вверх-вниз. Крепить обдув будем обычными саморезами. На мой взгляд, это самый оптимальный вариант. Обдув установлен правильно, фиксируем наш кулер. Обычным болтом М4. Для крепления проводов сделаны специальные ушки. То есть с помощью стяжки можно, в принципе, их аккуратненько поджать, чтобы они нам не мешали и, соответственно, в процессе работы не переломились. Как видите, сборка несложная. Но у вас возник однозначно вопрос, сколько же весит эта конструкция? Давайте посчитаем. Вот такой вот короткий мотор весит 130 грамм. BMG фидер 70. Итого 200 грамм. Распечатанный обдув вместе с крепежами и кулерами будет весить всего лишь 100 грамм. Каретка вместе с роликами Open Builds и хот-эндом тоже еще где-то займет около 180 грамм. В общей сложности выходит около 500 грамм. Но это все равно в два раза меньше, чем каретка нашего стола. То есть, по сути, на ось X можно поставить два таких Direct Extruder. И он будет работать прекрасно. Потому что на скоростях 60, 70, 80 мм в секунду при джерках 10 мм у нас никогда не будет появляться дефект смещения слоев. В данной конструкции можно немного сэкономить и не покупать короткий мотор, а использовать штатный 4240. Его вес на 130 грамм больше. Соответственно, у нас не 500 грамм будет вес конструкции, а 630. И все равно это будет меньше, чем вес нашего стола. То есть такая конструкция будет работать прекрасно. На таком директе я распечатал множество различных деталей. Качество мне действительно больше нравится, чем на Боудене, потому что, во-первых, работа с откатами здесь намного лучше. Печатать PG пластиком – это одно удовольствие, поверьте, потому что он капризный, а Директ справляется с ним просто великолепно. К тому же Директ прекрасно печатает гибкими пластиками, такими как Flex. И вы получаете реально просто обалденный результат. Специально для вас, уважаемый зритель, разработал три варианта крепления под Боуден-систему и Директ-систему. Все эти три крепления, все эти три варианта подразумевают возможность установки датчика BelTouch. Перед вами сейчас вариант именно установки Боуден-системы, когда мотор и фидер находятся за пределами области печати и соединяется это все тефлоновой трубкой. Вот второй вариант, это достаточно интересный вариант, именно бюджетный. Если у вас есть штатный МК-8, вы можете сюда поставить вместо BMG фидера именно штатный. Ну и последний вариант, это установка BMG фидера, который вы видели в сегодняшнем видео и вместе с вами его собирали. Мне очень понравилась конструкция, реально очень надежная, жесткая, работать должна просто великолепно. Итак, друзья, давайте подведем итог. Direct Extruder показал себя с наилучшей стороны. Это как раз тот механизм, который должен стоять на каждом дрыгостоле.
Вместо BMG фидера можно установить и штатный фидер, который у вас идет в комплекте, но я все равно рекомендую прикупить именно BMG. И желательно купить в металле BMG Iron. Ссылки на 3D модель, на BMG фидер и другие интересные комплектующие будут также под видео. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк, друзья, я старался для вас. Подпишитесь на канал. До новых встреч. Пока.